переведено и озвучено командой Starts and Flops. 20% ковра изнашивается на 80%. Около 20% любителей пива употребляют 80% от всего пива в мире. Около 20% клиентов компаний оставляют 80% жалоб. Этот принцип появляется снова и снова, практически во всех сферах жизни, и он называется принцип 80 на 20 или принцип Парето. Пропорции могут варьироваться от примера к примеру, но постарайся сфокусироваться на глубинном значении этого принципа. Большая часть эффекта вызвана меньшим количеством причин. Давай посмотрим, как это работает в бизнесе, социальном взаимодействии и отношениях. Вот как это работает в бизнесе. Пару месяцев назад я создал свой сайт и набирал аудиторию из соцсетей, Reddit, Pinterest, Twitter, на других площадках и форумах. На деле это занимало так много времени, что я не успевал писать столько статей, сколько хотел. И я решил сделать этот процесс более эффективным. Я посмотрел на данные, и угадай, что обнаружил. На каждую 1000 посетителей с Reddit приходилось 60 с Pinterest, 20 из Twitter, еще около 20 из других социальных сетей и форумов. И я подумал, господи, какой я идиот! Я трачу столько же времени на все эти платформы, посмотри на результат! Так что я полностью исключил источники с наименьшим эффектом, и это освободило мне кучу времени на написание статей, в которых люди были по-настоящему заинтересованы. Это сильно изменило принцип работы моего сайта. Давай посмотрим на социальное взаимодействие. В колледже я тратил приблизительно одинаковое количество времени на 10 людей, с которыми много тусил. Но я осознал, что в большинстве своем положительные эмоции в жизни мне доставляют только 2-3 человека. И я подумал, ну идиот же я, что я делаю? Я решил посвящать свое время только этим 2-3 людям. И это дало мне больше времени для чтения, медитации, походов в зал и саморазвития. Давай рассмотрим отношения. Бойфренд или муж приходит с работы, и после 5 часов, проведенных со своей девушкой или женой, она жалуется. «Ты совсем не проводишь со мной время!» А парень и понятия не имеет, что происходит. Он только что провел 5 часов с этой женщиной, но провел ли? В течение этих 5 часов, даже если он с ней разговаривал и физически был с ней, в половине случаев его мысли были о просмотре телевизора, а в остальное время он проверял телефон или Facebook. Другой парень мог бы подольше поработать, прийти домой и провести час, буквально 1 час, и она бы не стала жаловаться, потому что этот час он бы посвятил полностью только ей. Так принцип 80 на 20 применяется в бизнесе, социальном взаимодействии и отношениях. И, постскриптум, как бы иронично это ни звучало, то, как я сделал это видео, соблюдает принцип 80 на 20. Я поделился 80 или даже большим количеством процентов информации из книги за меньше, чем 20% времени.